Всем мираба, мираба, мирабулечки. Вы на канале Turkey Space. Меня зовут Владимир. Я Олеся. И сегодня мы поговорим на тему повышения арендной платы при продлении договора аренды. Или, как говорят в Турции, ироконтракт. Для тех, кто не в курсе, когда у вас подходит срок продления вашего контракта на аренду квартиры, собственник имеет право повысить арендную плату согласно текущим ценам на рынке. И вот в текущих реалиях это звучит страшно. Так как год назад квартира стоила 5000 лир в месяц, а через год она же стоит уже 20 тысяч лир. Нехилые такие изменения цен на рынке, я вам скажу. И в такой ситуации собственники, естественно, испытывают жгучее желание заработать на своей недвижке, купленной за копейки буквально пару лет назад. Учитывая, что минимальная зарплата 8,5 тысяч лир, плюсом минимум 20 тысяч лир падает ежемесячно, здесь любой поддастся соблазну, я был бы таким же. И аппетиты таких собственников продолжают расти, поэтому нередко они пытаются повысить аренду своей квартиры на совсем уж выдуманные числа. Именно поэтому 11 июня 2022 года в Турции были приняты временные изменения в законе о долгах. Кому интересно, сейчас перед вами номер закона и его название на турецком. Так вот, действует он до 1 июля 2023 года. Согласно ему, нельзя повысить аренду больше, чем на 25% от текущей стоимости. И вот тут вот многие экспаты сильно напряглись, так как услышать новую цену может оказаться опасным для здоровья. Но! В этом месяце Мурат Курум, министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата, заявил о продлении этого ограничения. Поэтому те, кто продлевает договор аренды и слышит страшную новую цифру, ссылайтесь вот на это вот ограничение. Название также оставим в описании. Несмотря на то, что многие арендодатели знают о существовании этого закона, но они будут косить под дурачка и просить значительно большую сумму, чем на то имеют право. Так как большинство турок уверены, что если вы иностранец, то законов их страны не знаете от слова совсем. А вы, если услышите, что вас пытаются обмануть, удивите их. Назовите вот этот вот закон. Обратная связь в комментариях и через почту, указанную под видео. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные и важные видео. При желании вы всегда можете воспользоваться функцией суперспасибо, чтобы поддержать наш канал. Вопросами по поводу аренды в Стамбуле обращайтесь на наш сайт, указанный под видео. Обняли, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания.